Я недавно ехал в автобусе, и рядом со мной ехала мама с очень неспокойным ребенком. И в какой-то момент она не выдерживает, показывает на меня и говорит: «Вот видишь дядю, дядя таких непослушных детей к себе домой забирает». Я решил подыграть, говорю: «Как вы узнали?» Вы бы видели, как она на меня посмотрела. Она взяла своего мальчика вот так вот, не за руку, за лицо. И они пошли к выходу, хотя они явно не планировали выходить на этой остановке. А вот я планировал.